Северная Осетия комплексно развивает цифровую экономику в партнерстве со Сбербанком. Итоги совместной работы обсудили Вячеслав Битаров и управляющий северо-осетинским отделением Сбербанка Амиран Левицкий. Как отметил глава республики, Сбербанк остается главным финансовым партнером Северной Осетии во многих отраслях экономики и помогает решать важные финансовые и цифровые задачи. Кроме того, банк оказал активную поддержку бизнесу и населению в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Сбербанк работает с предпринимателями и в прошлом году выдал порядка 8 миллиардов рублей на развитие бизнеса в республике. Также в рамках программ льготного кредитования 160 компаний региона получили господдержку. Реструктуризированы 350 сделок на 832 миллиона рублей. Крупнейшей сделкой прошлого года стал проект строительства плодохранилища на 50 тысяч тонн в станице Архонской стоимостью более 3 миллиардов рублей. Развиваются финансовые инструменты работы с жителями республики, а также офлайн и онлайн-сервисы. Порядка 2000 семей в прошлом году с помощью ипотеки Сбербанка улучшили жилищные условия. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства.